Все, все. Веник отдавай. Куда, где взяла? Давай. Бей! Боже, слава тебе. Хвала тебе, мой Господь. Великая благодарность за милость, явленную нам и в это утро. Ты благословил нас на труд и на молитву. Освети дары, даруемые тобою. Словом истины и молитвы. Аллилуйя. Аминь. Аминь. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Так, иди-ка, Соломон. У вас там хорошо было? Ну как, комарня страшно заедает. Вот, страшно. Это по-другому никак. Ну это, ну, мы сделали хороший. Мы по интернету, есть большой материал такой, как строили Панамский канал. Я смотрел немножко. Смотрел? Как-то попадал, да. Когда там у них малярийный комар, вымирало все. И однако не бросили постановление. Его этапами через горы, корабли, чтобы поднимались, опускались, через горы. Их продолбить нельзя было, горы, такая высота. И сделали, ну, наполняет два шлюза, следующие опять два шлюза, он туда переплывает. И так по этажам поднимается корабль. А когда назад обернется, он уже на 100 метров корабль выше моря. И много малярийного комара было. И что они там делали? Какие-то предохранители, в конце концов, уничтожили все, что можно, и началась жизнь. То есть люди не отступают. На Суэцкий канал строили как? Казалось, невозможно. Плывун там, что там есть, построили. Я вот к чему говорю. Ты видел этот мешок? Мешок? Мешок. Ну-ка загляни, что в нем? Не вижу. Вижу уже насквозь. А? Насквозь вижу. Ну и приехал Игорь, я поеду узнавать, что это такое? Бензопила. Это новое? Ну, вытащи, покажи обновку-то. Кто это придумал-то? Надо найти, кто платил. Если это спонсор который, значит, вопрос один. Принимаем. А если это наши купили, ну что, опять на меня ложится. Хотя они деньги не берут, но ну не для себя же это делают. Подержи, чтобы не уронишь. Интересная коробка такая. На ней пониже делайте, чтобы не грохнуть об пол. И теперь, брат, это затаскивать уже ее не надо будет. Ее не вытащишь. Братья, сколько помогите. Это все. Как затолкать они сумели? Ну, ну. Я еще коробки никогда такой не видел. Ну, отойдите. Это не нужно. Зачем? Да японцы люди думают. Ну, положи. Кротон. Мешки вот эти никогда на солнце нельзя оставлять. Они пропадают. А почему пропадают? Когда сделали мешки, которые не пропадают, дно океана стало покрываться. Ни рыба, никто там не будет водиться. И ученым дали задание, чтобы мешки эти были крепкие, но на солнце, чтобы они пропадали, разлагались. И они это сделали. И правильно сделали. Целлофан, он на солнце весь пропадает. А ты в комнате его забей на окна-то, он хоть 100 лет будет стоять. Солнечные лучи не касаются. Так, ну еще. Ну еще будем испытывать. Такая же самая. Ну, а? Надо вскрыть. Лучше? Вскрыть может. Ну, распакуй. Лучше, как покажи, я знаю. Покажи. Зверь, машина, это что означает? Реклама? Значит, ну ты должен ее пустить в действие. Потом здесь пилить будешь нам помогать. О! Ой, а, наш сок, просок. Вот она, видишь, еще не работали уже. Все, я соберу, хорошо. Соберешь, да? Там инструкция есть? Так, ну-ка инструкцию посмотри. Сколько она стоит? Не вылази сюда. Поставь. На пол ставь. Не надо, грохнется. Вот сюда, вплотную. Так, никому не подходить и не брать. Так, ну, здесь цены-то нет. А? Цены нет, здесь по эксплуатации. А откуда ты знаешь, что нету? Ты ее не открывал еще. Ну, обычно чек бывает, должен быть отдельно. Чек, виток, ну, там. Здесь. Мощный инструмент. Это еще они, реклама? Кротон. Мощный инструмент. Ну, понятно. Так, на этой нашей игровой площадке больше не играете, она требует ремонта. Большая площадка, а колонья же Васильевна. Как кто свободный будет, скажет, я хочу качаться. Там на шарнирах. Там на качели сядешь, полчаса будешь качаться.
она хоть маленько будет двигаться. Там 4 тарзанки. Там 2 большие качели, маленькие, турники, рукоходы, по 6, самоподъемник. То есть главная спортивная площадка там. Поняли? На эту не заходить пока до качели. А здесь на кровати, вот где прыгает батут, сделан качели, тут можете. Не работают сейчас у нас там ни качели, ни тарзанка. Сегодня там ремонт будет. Поняли? Смотрите, никто не лазьте туда, потому что часть мы уже размонтировали. Посмотрите, нас там комарик беспокоил. Мы сейчас остались втроем. Выкопали с корнем крапиву, собрали камни. И остальное дядя Володя скосил. Завтра будет еще меньше. Днем, если вы порвете там траву, я одну вот эту сторону, первую, прорвал. Ну один, кого я там на четвереньках полз. И уберете. Что такое? Коровы! Коровы, давайте. О, поприветствуем. Это Никита там. Никита пасет. Никита, давайте. Да. Прямок. Все вместе закричим, как он повернется. Доброе утро, Никита. Соня, стой! Потом он нас возьмет пасти когда-нибудь. Может завтра даже. Только после обеда. До обеда работа. Сейчас вот так что-то повернется. У него дымок, собачка хорошая. Доброе утро, Никита! Доброе утро! Никита, друг наш. И дымок тоже. Привет, дымок! Привет, дымок! Видишь, как хорошо жить в дружбе. Дымок хорошая собачка. Ну все, пошли на обед. А вот точно! Да у всех есть. Так, Володя, приготовься после обеда ребятишек туда сводить. Ладно. После обеда не работают. Вот видишь, еще кто-то не доел маленький. Надо будет сразу унести. Что там будет? Я иду дорогой. Вот здесь где-то пошел сегодня, не знаю, где же я шел. А, утром пошел мимо гаража. Ежик прям в темноте почти. Дорогу мне пересек и забился. Соня, Маша, не кричите, девочки. Да. Шапки сразу снимать. На стол не облокачиваться. В левую руку сначала кусочек берете, а потом ложку. Тебе хватит пока там. Внимание, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Там мало хлеба положили Егору. Он просит. Святую воду берите. Святую воду берите ложками. Помаленьку черпайте с молитвой, чтобы не болеть. Где мои маленькие ложки? Ну-ка. Давай скорее, ложки передайте. Не пили они маленькие. А? Маленькие святую воду не попили. Попейте святую воду. Попейте. Или добавим. Давай сюда ложки. Если погода будет подходящая, туда перенести. Там комара можно отгонять, а тут нельзя, только гоняешь вот место на место. Кирилл, вон. Ложечки давайте маленькие. Три, забери у них. Ложки, ложки. Тут что-то дали сегодня зеленым. Вот так. Не урони. Ну кто сёр ему? Садись помаленько. Компот. Не разговаривай.
Левую руку не держать под столом.